Подчеркну, Россию связывают с Китаем по-настоящему крепкие узы добрососедства, сотрудничества и дружбы между нашими народами. 我想强调的是，俄罗斯和中国和我们两国人民之间早就结成了非常牢固的友好合作的关系，我们的友谊牢不可破。 Мы стремимся к всемирному развитию двухсторонних отношений, и такой же настрой проявляется, мы видим это со стороны наших китайских друзей. 我们追求的是进一步全面发展我们双边关系，而我们看到的是中方朋友们展现的也是同样的意向。 В этой связи могу с удовлетворением констатировать высокую результативность переговоров, состоявшихся у нас с председателем КНР. 在这个方面，我非常满意的指出，我们刚才和习近平主席所进行的谈判是富有成效的。 Мы только что подписали заявление об углублении двусторонних отношений, вступающих в новую эпоху, и о развитии экономического сотрудничества до 2030 года. 包括刚才我们签署了两项联合声明，一个是关于深化新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明，另一个是两国元首关于2030年前发展经济合作的联合声明。 Обозначили горизонты нашего партнерства, поставили масштабные, в хорошем смысле, дерзкие цели и задачи на перспективу. 我们还指明了我们未来合作的发展方向，并部署了雄心勃勃的、大胆的任务和目标。 Дорогие друзья, прогресс, достигнутый в двухсторонних связях за последние десятилетия, впечатляет. 亲爱的朋友们，我们最近十年内我们的双边关系是令人惊艳，取得了令人惊艳的进展。 Как уже не раз говорил, российско-китайские отношения находятся на наивысшем за всю историю уровне и без преувеличения являются образцовыми. Это пример того, как должны взаимодействовать мировые державы, постоянные члены Совета Безопасности ООН, несущие особую ответственность за поддержание стабильности и безопасности на планете. 我们的双边关系就是一个说明，就是两个世界大国，两个担负承担，就是对维护世界的稳定和安全负担特殊责任的两个安理会常任理事国，要怎么样，这个要做什么，要怎么做？ В книге «Перемен», которая является настоящим сводом мудрости китайской цивилизации, говорится. 中国文明的智慧结晶就是《易经》有言。 Если у людей есть общность в душе, то их общая сила настолько велика, что может быть, что может разрубить самый крепкий металл, преодолеть любую преграду. 二人同心，其利断金。 Уверен, что у российско-китайского сотрудничества поистине безграничные возможности и перспективы. 我相信俄中合作，果然，它的潜力和前途是无限的。 И мы продолжим действовать в унисон, крепить партнерство на благо и во имя интересов народов России и Китая. 我们将来会继续齐心协力巩固我们的伙伴关系，惠及我们两国人民。 Предлагаю тост за здоровье нашего друга, уважаемого председателя Китайской Народной Республики, господина Си Цзиньпиня. 我提议我们举杯为尊敬的中国主席习近平同志的身体健康。
За здоровье всех членов китайской делегации. 为中方所有的代表团成员身体健康. За углубление российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. 为深化俄中全面战略协作伙伴关系. За процветание и благополучие народов России и КНР. 为了俄罗斯和中国人民繁荣昌盛. Ганьбэй. Ганьбэй.